Привет, я Коля. Привет, я Арам, я сегодня за кадром. Эрик, Казань. Привет, привет. Привет, Эрик. Расскажи пару слов о себе, кто ты, откуда ты. В общем, ну, собственно, я из Казани. Кальянщик, первый уникальный кальянный Freedom, собственно, открытый в Казани. Кто я? Человек, который, ну, с малым стажем, 3 года работаю с кальянами, собственно, с табаками, но с УКА познакомился непосредственно в январе месяце. Вот. Ну, собственно, почти так себе кальянщик. Кому как бывает. Прикольно, какими судьбами занесло в Нижний Новгород? Слушай, ну, на самом деле, мне Коновалов посоветовал заехать в Крафт. Ну, я первостепенно как бы с этой мыслью приехал, а так проездочные судьба просто. И как бы, ну, кроме как в Нижнем, негде курить в ближайших местах, ни в Владимире, ни в Делебище. Ну, плюс ребят здесь дружелюбные, конечно. Как тебе у нас? В Нижнем? В Крафте. В Крафте? В Крафте, блин, ну круто здесь, на самом деле. Это, честно скажу, привет душой, это моя самая любимая уникалка, в которой я был, в принципе. Я был в Ижевске, в Питере, в 3 уникалках, в Казани во всех 4, собственно. Вот. Ну, пока еще. Вот. Крафт — это самая такая мощная. А в город как тебе? Город летом классно, на самом деле. Это был летом, было вообще офигенно просто. А сейчас? Вот сейчас я как-то не посмотрел, уныло. Как-то туманно, уныло, да. Ну, собственно, питерская погода. Кроме Крафта, где-то был в Нижнем Новгороде? Да, Smoky Lounge, собственно, как раз с тобой там познакомились, да? Честно скажу, удивился количеству ассортиментов кальянов, то есть, ну, тому, какие есть интересы, потому что у нас из Казани тот же самый экзампл, вот, первые такие интересные я там, а так, действительно, на уровне заведения, так скажем, ну, под определенный контингент, но свое берет. То есть ты курил в смокинге и в крафте? Да. Больше не курил? Нет. Ну, как тебе? Ну, это немножечко разноуровневое заведение, то есть... Не, я не прошу сравнивать, просто как тебе понравилось... Вообще, да. Я в восторге, скажем. А тебе в крафте ты сам забивал себе или тебе уже делали? Мне и ребята делали. На самом деле, вот в крафте самые дымные кальяны где-либо вообще. Потому что где бы я ни курил, таких дымных, вот, собственно, нету. Вот. Причем неважно, мне забивают или я забиваю. А... Ну, это ты забивал, вот. Да. Это тоже я забывал, но это еще пока не расскажу. Нет, суть в чем просто, здесь я попробовал двойное яблоко и мяту так, как нигде ее не забивает. Ну, собственно, я так сейчас и забиваю, то есть, ну, классно. И такие крепкие кальянки... Ну, так раскрой секрет, как ты забиваешь теперь? Ну, вот честно, я не могу курить двойное яблоко, если его просто тупо забить. Я его очень хорошо отжимаю, потому что вот этот анис, он меня просто убивает. Вот. А мы так, любим жиденькие, да? Жиденькие, да. Нет, там просто покрепче получается, я полегче люблю. Но здесь я попробовал Cane Mint Tanch. И, по-моему, мы с Мимоном делали, ну, ребята делали, я приехал тогда, случайно заехал, они такие, нифига себе, вот они все и курили, и как раз я попробовал, блин, вообще улетная вещь, и теперь я только Cane Mint. То есть, если есть, я курю Cane Mint. А самому что нравится там, предпочтение по табакам, кальянам? Ну, исключительно из кальянов я люблю классику, то есть КМы. Вот. Ну, иногда балуюсь, там, когда сидишь в компании, можно стекляшки взять, что-то типа К и прочее, да. Но мне больше нравится классика, у меня с самого дома стоит Триметал и Даблдекер. Вот. Ну, сейчас надо взять Бист, потому что это офигенная вещь. Вот я понял, что все-таки Бист круче. А по табакам, на самом деле, Танш и Нахо, собственно, вот все, что я люблю. То есть, Альфач. Альфач, ну, двойное яблоко, мята, вот лимон. Исходя из того, что сейчас здесь осталось, как бы я вот подсел сейчас на него. Все, прикольно, спасибо за пару добрых слов. Спасибо. Приеду еще, дай бог. Ребят. Рад были встретиться снова. Все, спасибо вам. Подписывайтесь на канал. Да, ставьте лайки. Вступайте в группу. Да, и про Инстаграм скажи. Да, сегодня мы сделаем ссылочки на Инстаграм. Мы завели Инстаграм, тоже подписывайтесь, следите там тоже за новостями. Всем пока. До новых встреч. Да, пока.